Блин, а вы бы меня смотрели, если бы я разговаривал, как вот как черепаха вот эта? Гусени. Он знает, куда надавить, походу, да? Сатива холестерина. После такого не живут. А почему у панды батя гусь? Раз в год и гусь панду рожает. Не, нормально, это обкатанная схема в Майнкрафте. Что? Вот так слухи расходятся. Главное просто представить, что это печенька. Легенда рассказывает о легендарном воине кунг-фу. Блин, реально гусь. Он путешествовал по свету в поисках достойных противников. Это же Гаустян, да? Я думал, он панду озвучил. Хотите факт интересный? Как зовут Гаустяна? Вы знаете, как зовут Гаустяна? Я вижу, со вкусом ешь. Михаил Миша. Его, кстати, не Михаил зовут, если что. Прикиньте, его зовут Нышац. Кажется так. Нышац или Мышац, что-то такое. Его настоящее имя Нышац. Я сейчас серьезно говорю. А, Нышан, да, Нышан. Нышан Сергеевич Гаустян, да. Я офигел, когда я узнал. Тебе на вкус? Мой кулак! А Миша это просто его так все называют. Промолчал воин. Потому что проще. Ибо когда он ел, то был глух и нем. Пошагуй! И был воин беспощаден, и слепли враги от сверхдозы его запредельной улетности. А как он красив! Как мы отблагодарим вас? За свою улетность денег не беру, а за красоту тем более. Он один мог сражаться с целой армией, ибо был он ну вообще. Жесть, я сейчас осознаю, что я, возможно, вообще никогда не смотрел панду, получается, офигеть. Я вообще не помню ничего. О, вставай, на работу опоздаешь. А, все ему снилось, окей. Блин, тут еще и такая рисовка годная, офигеть. Почему в 2008 года мультики рисовка лучше, чем в Чебурашке 2023 года? Обезьяна, богомол, гадюка, типа, шерсть, графика. Что ты там наверху делал? Столько шума. О, ничего, просто сон дурацкий приснился. О чем сон? Мне приснилась лапша. А? Тебе правда приснилась наконец лапша? А почему у панды батя гусь? Знак я чего? Не могу это спросить. Что ты готов к тому, чтобы я доверил тебе великую тайну секретного ингредиента, моего секретно-ингредиентного супа? Опа. И тогда этот Это спойлер? Перешел в твои Ой. Руки. Так же, как молчу. Перешел ко мне от моего отца, к нему от его отца, окей, молчу, тот выиграл молчу. Его у друга в маджонг. Ну, пап, вот. Неужели тебе никогда не хотелось заняться чем-то еще? Ты что, можешь представить, что я делаю тофу? А он мечтает кунг-фу. Нет. Раз в год и гусь панду рожает. Ну, я думаю, это вряд ли тот случай, конечно. Совсем неплохо, ученики. Если хотели меня разочаровать. Мастер Шифу. Что? Мастер Угвей желает вас видеть. А это кто, енот? Не енот, а как... Кто он, блин, короче, хорек? Нет. Мастер Угвей. Красная панда это? А это панда. А, спасибо. Слушаю вас. Не было видения. Тай Лунг вернется сюда. Блин, а вы бы меня смотрели, если бы я разговаривал, как вот как черепаха вот это? То есть, если бы говорил я мысли свои наоборот, друзья мои. Но если ты дашь волнам успокоиться, ответ станет очевидным. Свиток дракона. Ну, кто ладно, он достоин, не всегда чтобы ему это доверили так говорит, тайну ты? Безграничной силы? Простите? Ну, очевидно. Интересный факт. Красная панда и обычная панда животные из совершенно разных семейств. Но из-за того, что у них похожий рисунок шерсти, их назвали одинаково. Просто они по размеру слишком разные, я поэтому удивился. Я поэтому думал, что это вообще суслик какой-то. И еще армянин написал, это нормальная практика называть похожими именами. Некоторые в паспорте меняют имя. У меня родители, когда после развала СССР переехали в Россию, поменяли фамилию. Так как в изначальной была буква, произношению которой нет аналога в России. О, как. Не знал, прикольно. Все, идите спасибо к Нефритовому тоже. Дворцу. Не забудь свою тележку с лапшой. Там соберется вся долина, и ты всем будешь продавать нашу лапшу. О, реально, продавать кстати. Лапшу? А знаешь, я тут подумал, может мне... Да? Поучаствовать. Еще и сладкие пирожки с фасолью продать, а то они скоро испортятся. Вот это по-нашему. Он не захотел расстраивать платье. Не, озвучка очень прикольная, да, кстати. Мне очень пока нравится. Я почему-то думал, что если просто обычный актер будет озвучить, то будет кринжово, а... Мы его также в стрип-клуб затаскивали. Не Моргенштерна на коляске на инвалидной. Какой кошмар. Реально так же. Да. Чего? Я сейчас даже не шучу. Добрался. О нет, я уже здесь. Серьезно. Пустите! Для меня большая честь представить вам неистовая пятерка! Неистовая пятерка!
да! Блин, мне интересно, как такие моменты озвучиваются. О, нет, чувак. Фу, я думал, сейчас сам вниз упадет. Поверьте мне, такого вы еще никогда не видели! Да знаю я! Он прилетит туда? Ой-ой. Ой-ой. Не, нормально, это обкатанная схема в Майнкрафте. Что ты там делаешь? Я люблю кунг-фу! Не зайди, да? О, ладно. Ни хрена себе там. После такого не живут. Простите, я просто хотел очень увидеть воина-дракона. Очень интересно. Ты и есть воин-дракон. Сегодня вселенная послала нам воина-дракона. Что? 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 Не, ну с таким эффектным появлением еще бы. Такой шанс бывает раз в жизни. Так принимают на Майншилу, да-да-да-да. Мы подвели. Нет, жердяй-панда к утру уйдет сам. Или это я подведу вас? Почему-то кадры Доктора Стрэнджа вспомнились, видя такую гору. Удвоить охрану? Ты сомневаешься в моей тюремной охране? Ни в коем случае. Я... Впечатляет, не правда ли? Теперь я знаю, если я захочу на Майншиле тюрьму, откуда я буду ее стыбить. Очень-очень. Кажется. Один вход, один выход. 1000 охранников и один пленник. А, с другой стороны, с нее же сбегут, походу. Он до сих пор не угадал, кто звучит носорога. Не, не угадал. Эй, крутой, наконец-то Угвей вручит кому-то свиток дракона. Скажу шефу, что не о чем. Это голос Тони Старка? Вот разве? Именно. Вообще не похож, не? Отмычка из пера. По-моему, это маленькое недоразумение. Все почему-то думают, что я... Ой, дракона. Сейчас забьет. Легендарная урна шепчущих воинов. Будет господин на панду. Не, ну это будет непросто. Ну, ты уже закончил осмотр? Простите, надо было сразу к вам подойти. Мое терпение на исходе. Но вы там вроде никуда не торопитесь. А как 5000 воинов мастер Шифу... Значит, ты и есть легендарный воин дракона, м? Ага. Ну, вроде так. Нет, ты не воин дракона. Сначала нужно овладеть высочайшим уровнем кунг-фу. А это без сомнений невозможно, когда речь идет о таком, как ты. А Угвей сказал, что я... Пальцевый захват Уси. Только не пальцевый захват Уси. О, знаешь этот захват? Разработан во времена Третьей династии. Тогда ты знаешь, что будет, когда я согну мизинчик. Слушай внимательно, панда. Мастер Угвей тебя выбрал, но после моих занятий обещаю. Ты пожалеешь о том, что он это сделал. Ну, типичный, да, тренер, ясно, короче, всегда. Все ясно. Всегда хороший тренер должен быть таким строгим, нормально. Не, я подхожу под панду минимум синяками под глазами. Вообще легко. Ну и неуклюжестью. Поэтому мне закоспоить панду вообще изи. Давай начнем. Что? Но не знаю, смогу ли я повторить все приемчики. Хотел сражение максимум богомол. Пока не попробую. Да, давайте начнем с нуля. Нулевой уровень. О, нет, нулевого уровня не бывает. Давай, панда, покажи, что умеешь. Я только что поел и еще перевариваю. И сейчас мое кунг-фу может быть не таким классным, как потом. Да бей же. Ну что, он гринжан навалит, я тоже, ну а че? Ты никто, понял? Ты моего друга обидел. На тебя надвигается буря, атака бешеных лап. Ударь еще разок, только сильнее. Он отлетит в него же. Вот так! Все будет проще, чем я думал. Сейчас ему понравится по итогу чекать. Мои колокольчики! Огонь. Вообще формально он прошел, кстати. Отныне существует нулевой уровень. Я думала, мастер Угвей выберет того, кто действительно владеет кунг-фу. Или хотя бы наклонившись, коснется своих лап. Или хотя бы их увидит. Блин. Сейчас ночи на кухню, да. Ой, знаешь, я такой твой фанат. Что? Вы, ребят, дрались реально здорово в битве на плачущей реке. Ой, прости, я не хотел. Послушай, нечего тебе здесь делать. Я понимаю. Просто я всю жизнь мечтал. Нет, нечего тебе здесь делать именно в этой комнате. О, ладно. А ему даже комнату не выделили. Ты такой улетный. Это последнее, что я хотел сказать. Все. Что ты сказал? Как-то неловко получилось. Мастер Тигрица, не хотел будить тебя. Просто... Нечего тебе здесь делать. Да, конечно. Это твоя комната. В смысле? Нечего тебе делать в нефритовом дворце. Ты позоришь кунг-фу, если в тебе есть хоть капля уважения к нам. И к тому, чему здесь обучают. Утром уйдешь сам. Я и твой фанат.
Слючка. Ты нашел персиковое дерево божественной мудрости. Ого. Так это оно? Ой, простите, я думал, это обычное персиковое дерево. Я понимаю. Когда ты расстроен, ты начинаешь есть. А куда возможно, отстой, который его, я сегодня показал, не видели за всю историю кунг-фу, за всю историю Китая, за всю историю отстоя. Может, стоит все бросить и снова заняться лапшой? Давай наставление. Бросить, не бросить. Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. А, ну нормально. А охрана там спит? Что происходит? А то есть все это время его лапы тянуло вниз так сильно? Ну да, естественно. Лучники! Сейчас еще ему дорогу сделают. А. А, это тот же гол, что у Ника Фьюри. Я, кстати, что-то не узнал. Покойники. Теперь точно покойники. Пока еще нет. Давай! То есть вы готовы разрушить всю тюрьму родни? Ладно. Какая-то одноразовая тюрьма, в чем смысл? А, тюрьма для него одного и была создана? Как много чести. Может, теперь побежим? Да! Ну, что-то фигово как-то было создано, получается. Лети назад и скажи всем, что настоящий воин дракона идет домой. Доброе утро, мастер. Панда, просыпайся. Ушел? Ушел. Что же нам делать, нет, мастер? Нет, он точно тренится, чекает, точно. Да. Что ты здесь делаешь? Ты решил, что за одну ночь научишься садиться на полный шпагат? Годы уходят на то, чтобы добиться такой растяжки. Так он уже был на шпагате. И научиться использовать ее в бою. Приступим к занятиям. Панда, ты готов? С рождения! Прости, брат мой. Мне показалось, ты сказал готов. Все было улетно! Тюрьма норм была просто... Че он приседал перышки ему? Блин, так а какого хрена у него хвост был не закован? Если у него такой ловкий хвост. Твоим следующим противником буду я. Давай, да, вперед! Чтобы одержать победу, нужно найти слабость соперника и заставить его страдать. О, да! Его же силу использовать против него, пока он не сдастся или не бросит это дело. Настоящий воин никогда не бросает начатое. Не беспокойтесь, мастер, я тоже никогда не брошу. Ой, подняться по лестнице, сейчас, кажется, бросит. Как Джонни Уики-то, четвертый. Ты вроде говорил, что от иголок мне станет лучше. Верь мне, станет. Думаешь, просто добраться до нужного нерва сквозь весь этот... жир. Мех. Я хотел сказать мех. Понимаю, мастер Шифу пытается меня вдохновить и все такое, но можно подумать, что мастер хочет от меня избавиться. Нет. Знаю, он кажется бессердечным, но не всегда таким был. Я все знаю насчет Тайлунга. Он тоже был его учеником. Он первый прошел 1000 свитков с приемами кунг-фу, и потом он испортился. Что значит 1000 свитков? Он был не просто учеником. Он крут был, видимо. Шифу нашел его совсем маленьким. А, как его сын. И вырастил, как собственного сына. Но Тайлунгу всегда и всего было мало. И он захотел получить свиток дракона. Мастер Угвей увидел мрак в сердце Тайлунга и не отдал ему свиток. В ярости Тайлунг разорил долину. И Шифу должен был уничтожить того, кого сам и создал. Но разве он мог... О, нифига. Он знает, куда надавить, походу, да? И сейчас мастеру Шифу выпал шанс исправить ошибку. И ему достался. Ты, неуклюжая, жирная панда, которая ничего не воспринимает всерьез. А ну хватит! Стой! Это я виноват! Случайно зацепил ему лицевой нерв. И, кажется, сердце остановил. Тайлунг вырвался из тюрьмы и идет сюда! Новость плохая, если не верить, что воин дракона остановит Тайлунга. Мастер, панда не может быть воином дракона. Это случайность. Случайности не случайны. Да, я знаю. Вы это уже говорили дважды. И это тоже не случайность. Трижды. Взгляни на это дерево, Шифу. Я не заставлю его цвести, когда мне будет угодно. Персиковое дерево способно победить Тайлунга? Может и способно, если ты пожелаешь направить его. Но как? Как? Мне нужна ваша помощь, мастер. Как сына. Нет.
Ты должен просто верить. Пообещай мне, Шифу. Он так говорит, как будто он сейчас умрет. Поверить. Мое время пришло. Мастер, не оставляйте меня. Ты должен верить. Офигенно. Еще и он походу, единственный, кто мог остановить его. Готово. Все кайфанут, походу, с общей сейчас, да? Это просто отлично. Да что там? Вам бы попробовать папин секретный ингредиентный суп. Короче, супер сильный. Что? Да, ничего. Мастер Шифу. Ты не станешь воином дракона, не сбросив 200 кило и не почистив зубы. Работай сильнее, панда, и когда-нибудь у тебя станут уши, как у меня. Он же сзади стоит, да? Уши? Что, не смешно? Шифу! Мастер Шифу! Думаете, это смешно? Тай Лунг сбежал из тюрьмы, и только ты можешь его остановить! Мастер, позвольте нам остановить Тай Лунга. Нет, это не вам выпало предназначение победить Тай Лунга. Ему! А где он? Ты не можешь уйти. Воин не бросит начатое. А теперь уже нельзя уйти, да? Как я могу победить Тай Лунга? Я даже до лестницы не добегу. Ты его победишь, потому что ты воин дракона. Я прошу тебя поверить своему мастеру так же, как я поверил своему. Никакой вы мне не мастер, а я вовсе не воин дракона. Почему раньше не бросил? Ты ведь знал, что я хочу от тебя избавиться. Да, хотя мне было больно, когда вы попадали мне в голову камнем. А все потому, что моя прежняя жизнь причиняла мне боль каждый день. Я остался, потому что подумал, что если кто и способен меня изменить, то только вы. Я могу изменить тебя. Могу сделать из тебя воина-дракона. Mm-hmm. И сделаю. Как? Как? Я не знаю. Я так и думал. А ей больше всех обидно. Вы меня к этому готовили. Тигрица, мы идем с тобой. Дрянница. Чего? Я когда расстроен, всегда ем, ясно? О, не нужно ничего объяснять. Я подумал, это обезьяна прячет свое печенье на самой верхней полке. Он понял, что его нужно просто правильно замотивировать. А-а-а. Обезьяне ни слова. Ты сейчас в 3 метрах над землей. Да еще на идеальном шпагате. Что? Это просто случайность? Случайности не случайны. Иди за мной. Вы вытащили меня в такую даль ради ванны? Медитации. Панда, никто не моет подмышки в озере святых слез. Святых? Именно здесь зародилась кунг-фу. Ты хочешь научиться кунг-фу? Да. Тогда я и есть твой мастер. Только не плачь. Ладно. Тебя нельзя тренировать так, как я тренировал пятерку. Теперь я знаю секрет твоих тренировок. Печеньки. Пельмешки. Давай же начнем. Ну, это сработает. Пятерку, ладно, пятерка? Что, вы о чем? Вы думаете, Кирилл знает кунг-фу? Хотя, кстати, он может 2 ноги за голову закинуть, подождите. Может и знает. Шифу тренировал пятерку в этом плане. Можешь поесть. Ага. Наслаждайся. Эй! Естественно. Ты можешь насладиться пищей. Возьми пельмешку. Эй! Да нет, я понял про пятерку. Ну, за последнюю за пельмешку уж. Переиграл. Я не голоден. Мастер. Да будет приказывать? Пока не знаю. Ну, я бы теперь хотел сначала глянуть в ближайшие дни панду, остальные части. Ну, обычно, правда, блин, таких мультиков, мне кажется, почти всегда первая часть самая клевая. Хотя, может, я ошибаюсь. Хотя, как приучить дракона, кстати, вторая часть и третья тоже были прикольные. Вроде. А, тут все части хорошие? Ну, тем более. Где воин дракона? А может, ты сейчас смотришь на него? Ха-ха-ха-ха. Ты думаешь, я так глуп? Я слышал, что он упал с неба на огненном шаре. Что он воин, каких еще мир не видывал. Наконец-то. Достойный соперник. Наше сражение станет легендарным.
Вот так селфи расходятся. О, сейчас вообще какой-то шанс. Пошел! Я ничего не только думал! А богомол-то хорош. Они его отделали? Серьезно? Вау! Я думал, сейчас будет какое-то вообще разгромное поражение с их стороны. Фига! Ну, как минимум, они его хорошо задержали. А. Многому шифу вас научил. Многому, но видно не всему. Он мог вас убить. Почему же не убил? Чтобы, вернувшись, вы вселили в наши сердца ужас. Но у него не выйдет. Как сказать? Пока выходит. Ты победишь его, панда. А, свиток дракона? Свиток дракона — это вот эти приемы, которые они делают, да? Касания вот эти, походу. 100 000 раз круче. Что может быть круче? Ничего нет. Что? Вот, смотрите. Нет, мне запрещено смотреть на... Да ничего. Пусто. Тот спер все-таки. А может, Угвей был чокнутой старой черепахой? Нет. И меня он выбрал случайно. Никакой я не воин дракона. Вы уведете жителей долины. А как же вы, мастер? Я буду драться. Но Шифу, он убьет вас. Это расплата за совершенную ошибку. Только первую часть? Не знаю. Привет, пап. Па. По! Блин, ну хотя бы, я думал, он будет меня увозить. Я рад, что ты вернулся, сынок. Я тоже рад. Я сочувствую, что ничего не получилось. Видимо, не судьба. Бать, ну ты так не помогаешь, конечно. По, настало время поведать тебе то, что следовало поведать уже давным-давно. Секретного ингредиента не существует. Как? Не существует. Нет его. Так мы готовим обыкновенную лапшу, не добавляем ни специй, ни особенного соуса? Да незачем. Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное. Вот в чем смысл этого свинья. Никакого секретного ингредиента нет. Никакой фишки в нашем новом механизме под названием скам нет. Надо просто поверить в это. И чтоб другие поверили. А это, сори, отсылка, по-моему, те, кто на кубах были. Я 20 лет гнил в тюрьме из-за твоей слабости. Подчинение мастеру не есть слабость. Ты знал, что воин дракона — это я. Но когда Угвей сказал, что это не так, что ты сделал? Поверю. Что ты сделал? Ничего. Ты не мог стать воином дракона. В том нет моей вины. А кто затуманил мой разум? Кто разрушил мою судьбу? Как он за 20 лет в тюрьме, кстати, не потерял форму? Ладно. Но тогда это решал не я! Теперь решай ты. Отдай мне свиток. Палку мастера. По кунг-фу манде есть еще и мультсериал. Реально? Ё-моё. Я даже не слышал о том, что есть сериал никогда. Да, но он не очень. А, но он какой-нибудь детский, нет, слишком что-то такое. Я помню, такая тема была с этим... Господи, как называется мультик про мамонта? Чтобы ты мною гордился! Скажи, ты гордишься мной! Шифу, скажи! Типа, первые части ледникового периода были клевые, а последняя прям супер детская. Я всегда тобой гордился. И не увидел, во что ты превращаешься. Во что я тебя превращаю. Прости меня. Мне не нужны твои извинения. Серьезно? Мне нужен мой свиток. Где он? Воин дракона уже прошел с ним половину земель Китая. Ты никогда не увидишь этот свиток, Тайлун. Никогда. Эй! Лестница. А ты кто? Воин дракона. Он? Он же панда. Ты ведь панда? Ну и что ты делаешь, здоровяк? Плюхнешься на меня? Не подкалывай. Победить мне поможет вот это. Наконец-то! Да как Илон Маск постоянно угорает, что у него есть прием моржа. Тут так же. Кручу, верчу, обмануть тебя хочу! Не, ну он молодец, он, кстати, использует преимущество своего веса постоянно, если так обратить внимание.
Главное просто представить, что это печенька. После такого не живут. Наконец-то. Сила свитка дракона теперь принадлежит мне. Здесь ничего нет. Расслабься, я сначала тоже не въехал. Что? Секретного ингредиента нет. Не рассказывай ему. Дело в тебе. Я сейчас обидеюсь. В смысле? Из-за того, что он дожил не просто. Цать его холестерина. Это хорошо было. Ты меня не победишь. Ты обычная большая и жирная панда. Да, я большая и жирная панда. Опа, прием пальца. Пальцевый захват УЗИ. Оу, ты знаешь этот захват? Ты блефуешь. Шифу не мог тебя этому научить. Верно. Я сам разобрался. Скидыш. Что? Смотри, воин дракона. Нифига, он пафосно приоделся. А, он этим ударом отправил его в мир духов. Это огромный, милый воин кунг-фу, мой сын. Мастер. 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 Мастер Шифу! Лестница. О, боже. Мастер! О, ты жив. Или мы оба мертвы? Нет, мастер, я не погиб. Я победил Тайлунга. Победил? Ты принес мир в долину и в мою душу. Спасибо. О, спасибо. Ты же не вздумаешь умереть сейчас. Нет, мастер! Ты же не вздумаешь сейчас умереть. Нет, нет, не умирайте, Шифу, пожалуйста! Да не умираю я, дурень! Воин дракона. Вот зараза. Я обрел душевный покой. Фу. Наконец-то. Ну тогда, может, мне замолчать? Если можешь. А может, все-таки по пельмешке? Давай. А все? Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся. Мастерами кунг-фу становятся. Блин, прикольно. Так он вообще минут, он час 20 по факту идет на самом деле. Да, все. Там есть сцена после титров? Какая-нибудь. Сцена после титров, что-нибудь. О, подожди, есть и правда. Ну-ка. Вот, блин, Марвел приучил меня всегда смотреть сцены после титров, есть ли. Правда есть. А, и все? Да, и все, окей. Ну, все, господа.